Я еще помню жизнь до войны. Помню, что когда-то мы были другими. Мы жили там, наверху. Мы были хозяевами всей земли. Мы возводили огромные города из стекла и стали. Мы бороздили океаны. Мы подчинили себе небеса. Нас было 7 миллиардов. Мы не были предназначены для жизни в пещерах. Я был рожден, чтобы дышать свежим воздухом. И я это помню. Миллиардов сгинули в последней войне. От них осталось всего 50 тысяч человек, укрывшихся под землей, поверхность которой была отравлена, сожжена и кишела чудовищами. Может быть, радиация наверху когда-нибудь ослабеет. И наши внуки, или внуки наших внуков смогут вернуться туда. По крайней мере, мои названные братья, бойцы нашего ордена, в это верят. В общем, надеяться нам сразу было не на что. Но мы, люди, просто не умеем сдаваться. И не сдались. А собрались силами и попытались превратить метро в настоящий дом. Дом для нас всех. Ведь эти туннели вполне могли оказаться последним пригодным для жизни местом на Земле. Какое-то время нам казалось, что все получится. Но, к сожалению, война не убила наших старых привычек. Во тьме туннелей наши пороки разрастались, как плесень. И когда с поверхности пришла беда, лишь немногие встали на ее пути. И с каждым днем их становилось все меньше. Но я помню, что мы были рождены для другой жизни и не согласен умирать под землей. Пусть меня считают идиотом. Но если остался еще хоть осколок того старого мира наверху, я должен его найти. Между годами серого существования и мигом надежды я выбираю надежду. Я должен поймать сигнал.
Всем внимание! Нашелся герой.
Чего тебе надо, начальник? Ночь на станции. Но врачам я сказал. Понял, понял. Открывай тогда. Вперед! Смотри, по станции. Опять Артем по поверхности шастал. Делать ему дураку нечего. Прикрути язык. Он же нас спасал. Нет, подожди. Куда дальше? Налево, через площадь. Дамир, как считаешь, полковник в курсе, чем Артем тут занимается? А мне откуда знать? Сам у него спроси. Он с кольца на связь выходил, завтра будет тут. Эй, а ну отстаньте от него! Я сам убил из рогатки. Брось, Дамир. Пусть учится защищаться. В метро слабакам не выжить. Охрана, подъем! Держись, Тёма. Сейчас мы тебе вольем свежей спартанской крови. Проснулся наконец-то. Доктор сказал, все будет хорошо. Ты меня окончательно сосвету жить решил? А что, если ты в следующий раз не вернешься? Ты пойми, нет там никого. Некого искать, не с кем говорить. Неужели ты думаешь, они бы за столько лет не объявились? Мы уже столько раз об этом говорили. Смирись ты, наконец. Выжили только мы. Полковник! Здравствуй, Саныч. Все, не успокоишься никак. Уперся, как баран, сколько я тебе уже говорил. О себе не думаешь, это ладно, твое дело. Хоть убейся из-за фантазий своих. Но ты о ней думал, она же тебя, дурака, любит. Папа, не надо. Ты из Ордена ушел ради этого. И я тебя тогда понял, хотя после Д6 людей жуть как не хватает. Но теперь завязывай с этими походами. Есть метро и точка. Больше никого. И метро нужно защищать, понял? Потому что если не мы, то кто? Ты, я вижу, уже в норме. Собирайся помаленьку. Как будешь готов, обсудим ваш переезд в полис. Пойдем, надо поговорить. Я сейчас врача позову. А ты мне пообещай, что это было в последний раз, ладно? Ну, скоро увидимся. Артем, мы вас опять вытянули с того света, но... Люди отдают вам свою кровь, которой может не хватить раненым, а вы постоянно приносите ее сверху радиоактивной. Несправедливо как-то, не считаете? Скажу прямо. Я не гарантирую, что смогу вытянуть еще раз, понимаете? Молодцы все же спартанцы. Артема выручили. Да, молодцы. Здоровяки и такие. Честно говоря, уж и не помню, когда таких видел. Да уж. Только вот на поверхность слишком часто ходят. Рискуют. Ну, а что им остается? Служба такая. Служба службы, но если они так и дальше будут... А сколько, по-твоему, можно высадить под...
да сколько угодно. Вон сколько лет сидит. Да ну, ты же врач. Сколько больных детей только на нашей станции? А вообще детей? Сколько нас останется через 10 лет? 10 лет? Сейчас уже шить нечем. Про препараты я и не говорю. Артем на нашей станции лучший стрелок, но он же с поверхности только в лазарет спускается. Да, пока везет, переливанием в который раз отделался. Но остальные-то не такие везучие. А если спартанцы слягут, что тогда? Вот потому они наверх и ходят. Видят, что здесь внизу мы ничего не высидим. Запасы кончаются, да и нас все меньше. А мутантов все больше. Они все крупнее, опаснее, хитрее. Рано или поздно нас сомнут. Деваться, понятно, все равно некуда. Но и сидеть сложа руки они не могут. И тут я их понимаю. Я что, предлагаю руки сложить? Но вот так гробить себя? Хотя, конечно, кто знает. Может, они в D6 карты секретные нашли. Ищут теперь по ним склады какие-нибудь. Надеются же на что-то. Никакие склады уже не спасут. Разве глаза? Что там на них сохраниться может? Столько лет прошло. Помочь может только полная эвакуация. Но куда эвакуироваться-то? Ну, и что тогда делать? Завернуться в простыню и медленно ползти на кладбище. Не знаю, если честно. И никто не знает. Но они хоть пытаются. Да. Если не они, то кто? Дядя Артём, а я вам верю. Вы возьмите меня с собой. Пожалуйста, когда найдете, где это? Артём, сколько можно? В одну самого крыша поехала, так хоть и ему голову не морочь, не смей! Ему покой нужен, а он после твоих рассказов заснуть не может! Господи, ну почему ты такой жестокий? Как ты можешь, а?